Четвертый фильм в рамках популярной анимационной серии «Монстры на каникулах» обзавелся русским трейлером. Ролик ленты с подзаголовком «Трансформация» размещен на YouTube-канале Sony Pictures.ru. Официальный синопсис проекта следующий. Все смешалось в отеле Трансильвании. Таинственное изобретение Ван Хельсинга, монстрифицирующий луч, ломается и случайно превращает Дракулу и его приятелей в людей, а Джонни наоборот в монстра. После чего, лишенная своих способностей и привычного облика, Драк с друзьями и Джонни, с неожиданным удовольствием раскрывающий свою монстрическую сущность, отправляются в кругосветное путешествие на поиски средства от трансформации. Режиссеры Дженнифер Клуска и Дерек Драйман. Прославленный Геннадий Тартаковский, продюсер и соавтор сценария. Сопродюсер, актриса и певица Селена Гомес.